Всем привет! Я рад приветствовать вас снова на моем YouTube-канале. Меня зовут Любомир Борода, и сегодня я хотел бы поговорить с вами о новинках от компании Swascoat. Потому что за окном уже март, весна, и как всегда нам всем хочется одевать какие-то новые кольчужки, новые вещи, потому что за зиму все уже изрядно поднадоело, потому что весна всегда у нас ассоциируется с новым солнечным светом, новой энергией, каким-то зачатием новых дел, целей, планов и так далее. И, конечно же, хочется обновлений, тем более, что скоро масленица комоедится, все у нас бурлит, кипит, и вот такие вот классные, душевные, ярые мужские порывы. Я взял у компании Swascoat несколько футболок и несколько вещей теплых. Сегодня о каждой вещичке вам немножечко расскажу, покажу. Ну, а дальше вы уже сами сможете посмотреть на сайте компании более подробно, посмотреть там состав материала и прочие дюлюги, ценник, размерную линейку и так далее. Итак, футболочка Берсерк. В прошлом видео своем, когда я презентовал тоже новинки компании Swascoat, я уже рассказывал о том, то, что у Swascoat классные швы, то, что футболки не ездят, и рассказывал о том, что здесь очень удобные вот эти вот бирочки. Вот, соответственно, повторяться не буду. Скажу, что футболка Берсерк, я обратил внимание, что выполнена всего лишь с одним швом. С этой стороны шва нету. Плюс очень интересная нестандартная печать. Тут печатью завалена, получается, вот эта площадь сбоку, да? Мы здесь видим печать Велеса. Вот, у нас под надписью «Берсерк» мы видим, проявляется морда медведя, так сказать, лесного хозяина Велеса. И на спине мы видим такой, я бы сказал, 3D-эффект, как будто футболка порвана мощной лапой звериной, и сделано очень круто. Мне вот этот эффект очень понравился. Сама по себе футболка легкая достаточно, вот, не марка, и мне кажется, что даже если вы посадите на такую футболку пятно, оно будет казаться, что так и должно быть, потому что сам принт такой, да, он не яркий, но в то же время такой интересный для повседневного и активного образа жизни. То есть в этой футболке можно и по горам ползать, собственно, и в спортзал ходить. Следующая футболка говорит сама за себя. Приятная на ощупь, легкая и, соответственно, яркая, светлая. Что еще можно сказать? В принципе, тут именно про футболку особо говорить и нечего. Ее надо покупать и носить. Опять же, если вы чувствуете, что вам идет цвет крови. Красный, яркий, весенний в то же время цвет. Вот, больше не знаю, что сказать. Такая вот футболка. Мы видим то, что весной вот в этой новой коллекции Swascoat вернулись к теме белых ярких футболок. Это мы видим по футболке, которая сейчас на мне. И сразу хочу показать вам еще одну футболочку. Охрененно! Она белая, в то же время с добавлением синих и там черных красок. Принт, опять же, тотальный. То есть он принт полностью идет по всей футболке. Она вся завалена принтом, и в то же время принтом очень крутым. Вот, в такой футболке вас невозможно будет не узнать и не заметить. Вы посмотрите, какая тут мощнейшая грудь. А чего стоит спина? Это просто огонь. Ну, мне очень нравятся вот такие футболки. Вот, чтобы они вот так вот были классно завалены. И в то же время тут нету ощущения того, что что-то пестрит, чего-то очень много. Она реально все выполнено в тему, она выдержана в стиле и очень-очень
круто смотрится. Весна весной, но пока еще рано ходить в одних футболках, поэтому стоит обратить внимание на также вышедшие только что у компании Swaston теплые кайфовые вещички. Вот. Соответственно, сейчас, как вы видите, на мне одет черный такой вот свитшот с солнечным принтом. Как я понимаю, это черное солнце, стилизованное под бренд. Потому что в лучах мы видим логотипы компании. А в центре мы тоже видим логотип компании Swaston. И надпись, я плохо умею читать по-немецки, но тут написано, что с нами солнце. Классная языческая кольчужка, минимализм, в то же время классный лаконичный дизайн. Мне понравилось. И хочется отметить то, что у Swaston именно с этим дизайном вышло сразу несколько вещей. Вот так, перед я вам уже показал. Удобная, тепленькая, можно носить под курточки, жилеточки и прочие дела. Вот такая вот спина. Все любят носить черное, поэтому вот, я не знаю, поэтому компания Swaston сделала такой вот серый меланж, это называется вроде, цвет, либо не поэтому, либо для возможности выбора. А, собственно, что побудило их сделать два одинаковых принта на разных футболках, я не знаю, но, как по мне, это круто. А можно купить сразу две и под настроение носить, когда светлую, когда темную. Вот, потому что принт заслуживает уважения. Вот, в такой не стыдно выйти в люди. Вот. И, ну, как по мне, кайфовая, классная такая вот кольчужечка, такой вот свитшотик. Мне даже вот такие светлые расцветки нравятся больше. Такой свитшот спокойненько, без куртки, уже одевать, там, например, с шортами и гонять в летние вечера. Опять же, когда небольшая прохлада уже, да, его можно смеленько накидывать на футболочку. Он легкий, теплый и, ну, вот как раз в кайф. Вот я прям чувствую такое вот весеннее настроение. Хорошая штука. Ну, а завершить наш сегодняшний обзор хотелось бы вот такой вот клевой курткой, курточкой, толстовкой, кенгурухой, как их еще называют. Короче, курткой с капюшоном. От компании Swaston, с таким же названием, с таким же принтом, как на свитшотах «С нами солнце», «Солнце с нами». Вот. Крутое исполнение, плотное, теплое, кайфное. Опять же, как в предыдущем ролике я показывал вам тоже толстовку такого типа. Здесь не уступает по качеству, просто другой принт, хорошая молния, фурнитура, ЮКК, карманы, вот эти вот брендовые веревочки очень клево смотрятся и стильно, вот, плюс капюшон, опять же, часто бывает то, что капюшоны все очень кривые, какие-то недоделанные, здесь он круто прошит, у него классные швы, он удобно садится как на голову, без головного убора, так и на какую-нибудь там кепку, шапку и прочие пироги. Вот. Что еще? Отдельного внимания заслуживает подклад данного капюшона. Сейчас покажу поближе. Вот. Там руническая надпись. Про что написано, почитаете сами. Вот. Но это будет для вас всех любителей и поклонников бренда. Будет очень приятным сюрпризом. Очень классно сделано. Я прям когда взял в руки, такой смотрю вот эту вот подкладку и думаю, ух, ни хрена себе, как круто. И очень порадовался. Вот мне такая штука нравится. В такой ходить буду обязательно. Вот. Сейчас вот немножечко только вот потеплеет. И я прям с удовольствием пойду в ней гулять. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите мой канал. Носите классные, качественные вещи.
Свято чтите родных богов и предков, живите по совести и в гармонии с природой матушкой. Обязательно будьте собой и слушайте свое сердце. Не забудьте подписаться на канал, потому что я все время стараюсь делать для вас что-то новенькое и интересное. С вами был Любомир Борода. До новых встреч!